Куда я пошла? Куда я пошла? Тебе и матери. Четко ясно. Что куда я сказала? They say I have to go out and promising. Не в кошельке. Здравствуйте, Мишенко. Добрый день. Привет. Надо подписаться, чтобы вот эти вот сволочи заплатили как положено, чтобы им не удалось заплатить то, что они... Ну, в общем, чтобы платили. Вы говорили, что он заплатит за нас 1300? Да, они мне сказали, что вы... Вы это видели? Ну, не обращайте на меня внимания. Она мне сегодня заплатила 136 за вход, что ее уйдет. Весь дом будет платить. Ну, хорошо. И сказала, что вы заплатите. Ну, нет, ну... Хорошо. Да, они мне просто дали бумаги, что они заплатят. Так, надо просто, чтобы все расписались, ну, кто есть, по крайней мере, здесь. Все, куда мы там? Я что, по себе не буду. Миша, несмотря на ее претензии и всякие разговоры совершенно глупые и ненужные, страховая компания, страховая, которая все бросает. Мы сейчас не об этом, у нас сейчас... У нас просохло, когда у меня тоже были плитусы всего, как и дальше. И у нее потом. Сейчас просохло. Да. Она же выиграла Шабай, которая хотела посмотреть столько всего. Она выиграла. Никого, я ничего не выгнала. Я никого не выгнала. Я никого не выгнала. Что ты оставил в страховой компании? Я позвонил своей Сахене. Да. Сахене прислала, правильно передала бумаги. И я еще по-русски написал, что нужно. Копию туда Дзиуда и копию счета. Только сейчас вы мне написали это. И они сами дают, кого хотят погибить. Только вы сейчас мне написали, но я еще вызывала человека доказывающего. I invited the person who proved that the problem is from you. From the 28 of Givat Nesher, that's what I approved. I do have the documents that approved. Here, you don't have any documents and any provements of anything. And that's the criminal case against us.